Ключевые события в истории Казахстана, судьбоносные решения – все это описано в новой книге Елбасы «Жене Казак Мемлекет ТГ». Автор – соратник президента, политика, а ныне депутат Куаныш Султанов. Новый труд о становлении и развитии независимого государства под руководством Нурсултана Назарбаева представили сегодня в парламенте. На презентации присутствовали депутаты, представители власти и бывшие коллеги автора книги. В этом труде Куаныш Султанович по-научному глубоко и писательски образно отражает титанический труд лидера нации, становление, динамичном развитии и укрепление международного авторитета независимого Казахстана. Он щедро делится воспоминаниями и интересными фактами, касающимися деятельности нашего президента.